Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні будемо говорити, для чого нам потрібна розтяжка, як вона впливає на красу та здоров'я нашого організму. А допоможе нам у цьому тренерка з розтяжки. Я рада вітати у нас у студії Діана Бояр. Дуже вдячна, що ви до нас завітали. Сьогодні у нас буде така незвичайна прес-конференція. Почнемо з того, як ми анонсували, для чого ж нашому організму взагалі потрібна розтяжка. Да, здравствуйте, Анечка, хочу представиться. Меня зовут Диана, тренер растяжки по направлению Power Stretching в студии Катрин Трушкиной. Собственно говоря, растяжка, для чего она необходима? Наверное, самый правильный ответ и частый для всех – это ради красоты. Потому что действительно красота, благодаря растяжке, тело становится красивым, изящным, стройным, грация, осанка любой девушки просто это как бы, ну… В общем, это будет ее изюминка. Вот. Это первостепенно. Второе, это, конечно, ради нашего здоровья. Потому что все хотят быть здоровыми, все хотят быть красивыми. Опять-таки повторюсь, что все у нас, как бы мы, все наше тело, да, оно, в общем, наполнены мышцами, и мы, как бы, собственно говоря, их тянем. Мы раскрываем наше тело, более таким становится гибким наш позвонок, то есть мы осаночку поправляем. Соответственно, у всех девчонок еще есть цель – это сесть шпагат. То есть растяжка, она и подводит зачастую, как бы в нашей студии особенно, именно к шпагатам. Вот, поэтому растяжка, особенно для женщин, вообще для любого человека, она просто жизненно необходима, это залог вашего здоровья и красоты. От, до речі, ви сказали за хребет. Як впливає саме шпагат на гнучкість хребта? Смотрите, именно сам шпагат, ну вот сам шпагат, как мы знаем, продольный, поперечный, он, собственно говоря, не особо влияет на него, потому что прежде чем в него сесть, человек не может, да, для начала нужна подготовка и достаточно растяжка в том количестве, которое, ну, поможет вашему телу растянуть ваши мышцы. То есть не сам шпагат помогает вашему позвонку, а непосредственно тот этап стретчинга, который вы проходите. То есть в любом случае, когда вы приходите в студию, ваш тренер, он контролирует весь процесс, вашу осанку, то есть он контролирует те движения, правильности, которые вы должны выполнять. Немаловажно, конечно, физиологические, да, моменты. То есть если у вас действительно врожденные какие-то проблемы с позвонком, то, естественно, это, ну, одна растяжка, она не поможет сделать здоровым ваш позвонок. То есть она будет, он будет подвижный, как бы все будет красиво, ровная спинка, но только, ну, скажем, еще врач нужен для этого. То есть, а естественно, это сутулость. Вот, неправильная спина, мы все привыкли сутулиться, сидячий образ жизни. Это, растяжка – это первостепенно, то есть она покажет вам, насколько ваше тело способно выглядеть красиво. Не от природы, а вот со временем, скажем так. А які типові помилки роблять як новачки, так і професіонали під час от самого процесу розтягування, під час того, як вони починають розтягуватися і так далі? Смотрите, как бы еще раз повторю, для того, чтобы вообще тянуть свое тело, нужно пройти некоторые этапы, да, это разминка, это силовые нагрузки для того, чтобы разогреть наше тело и помочь сесть, ну, и тянуться ему. Тем самым уже садится шпагат. Новичок, который приходит в студию, он сразу цель имеет там, сесть сразу шпагат. И первый вопрос у него это, как быстро я сяду шпагат. То есть если неделя, или в интернете есть такое вот, проходит иногда ленте, там, посажу на шпагат за неделю или за две. Ну, такого просто не бывает. Есть люди, которые гибкие от природы, они сядут шпагат сразу, у них очень гибкие эластичные мышцы. Есть люди, которые от природы зажаты, у них менее, скажем, эластичные мышцы, и тренер помогает тянуться, разогревая мышцы правильно, и только тогда вы, скажем, и можете заниматься растяжкой. То есть изначально нужно пройти, разогреть тело и пройти некоторые этапы. Это ошибка в этом не только у новичков, то есть даже человек, который очень много тренируется в залах, вот, как бы невозможно просто стать, там, выпад, тянуться и тому подобное. Нужны определенные моменты, которые помогают тренер разогреть тело. Только тогда мы сможем вообще и можно тогда тянуться. Тогда вы тянете именно мышцы, а не, дай бог, не травмируете связки. Это, ну, это обязательный процесс – разогревать тело. На силові показники розтяжка впливає? Да, конечно, смотрите, то есть растяжка, она делает человека выносливей. Она делает человека, ну, скажем,
как бы это так выразить правильно, немножко растерялась, потому что украинские вопросы на украинском языке немножко сложновато. Ну, смотрите, растяжка, она помогает самочувствию ваше, она помогает расслабить ваше тело, она помогает физически быть активным, здоровым, тем самым, ну, то есть растяжкой можете заниматься любым видом спорта, абсолютно. Это, ну, это факт, и после спортзала растяжка, и до него, то есть неважно, и плаванием вы занимаетесь, это безумно полезно, и там действительно много силовых нагрузок, и даже достаточно просто заниматься стретчингом и не ходить на любые другие активные виды спорта. Вот. Но со временем, с дисциплиной человек становится сильнее и выносливее, это однозначно. Ну от ви сказали, до речі, що займатися розтяжкою можна до спортзалу, після спортзалу. А є взагалі якась рекомендація, коли краще робити розтяжку там зранку або ввечері? Таких рекомендаций нет однозначных, потому что у каждого свой организм, и кто-то жаворонок, кто-то любит утром активность, кто-то в обед, кто-то наоборот вечером. То есть, и опять-таки, может, мы немножко путаем, растяжка — это не просто там, встал и тянешься. То есть есть определенные азы, которые нужно подвести к растяжке, разогреть тело. Вот. Если это полноценная тренировка. То есть, которая начинает там с разминки, с разогрева и заканчивая растяжкой всего тела, подытожим, ну, уже к шпагату. Вот. Я тренируюсь, например, в первой половине дня, мне так комфортнее. Кто-то в обеденное время, кто-то вечером, кто-то, наоборот, приходит после работы вечером на тренировку, дабы расслабиться, прокачаться. Ну, это, наоборот, снимает какой-то стресс. У кого-то, наоборот, то есть нет однозначного ответа. На схуднення чи впливає розтяжка? Я знаю, у вас є власна історія, uh-huh. якою ви можете поділитися. От на вашому особистому досвіді можете розказати, що як розтяжка впливає саме на процес схуднення. Да, я можу, наверное, як ніхто другой, підтвердити той факт, що розтяжка, стретчинг, он дійсно може способствовать похудению вашому. Первостепенно, конечно, это ваше питання, это залог стройности, ще это 80% вашого питання. 20% это тренировки, мотивация. Вот. Я похудела благодаря тренировкам и питанию в студии Катрин Трушкиной более чем на 20 килограмм. То есть я пришла в студию, мне было 80 с лишним, потом я похудела, худею и продолжаю как бы приобретать красивое тело. Это факт подтвержденный. То есть растяжка — это не просто как у кого-то там представление, там потянулся, развернулся, вот да, все, шпагат и ушел. Нет, это конкретная силовая нагрузка, в которой задействованы абсолютно все группы мышц, потому что без разогрета, еще раз повторю, мы не тянемся. Это, ну, это, такого делать нельзя, это табу, то есть мы можем травмировать себя. Вот, поэтому с тренировками, там присутствуют кардиотренировки, силовые тренировки, мы задействуем все группы мышц, пресса, спины, ягодиц, ног и тому подобное. Вот, поэтому если вы хотите похудеть, пожалуйста, я, как никто другой, знаю, подскажу, расскажу, потому что действительно все реально, главное желание. І такий от завершаючи питання, краще все ж таки звернутися до тренера, до професіонала, чи можна розтягуватися самостійно вдома? Результати вони будуть відрізнятися чи ні? Ви знаєте, якщо чоловік настільки прям цілеустремлений, що йому достатньо, щоб над ним не було контролю, він буде слухати онлайн-тренировки і займатися вдома, то в принципі це теж реально. Но зачастую все люди, они требуют где-то мотивации, чтобы их кто-то вдохновлял, чтобы их кто-то контролировал. Вот. И это, как никто другой, сделает тренер в студии. То есть инвентарь, да, который есть в студии, приятная атмосфера, зеркала, тренер подскажет, покажет. То есть это реально влияет. Плюс какая-то, знаете, ну что такое дома тренироваться? Я тоже дома тренируюсь, но это вообще не то. Реально можно тоже тренироваться и садиться в шпагат, и, пожалуйста, если вы настой, чи ви цілеустремлені, нема питань. Но все-таки студія – це зовсім другое. Это контроль, все-таки контроль, да. Тим более, ще раз повторю, ми где-то лінімся дома, недостаточно розогреті, пытаемся сесть в шпагат, ми травмируємося, потом говоримо, ні-ні-ні, я дерев'яний, вообще, это не моє, і мені не понравилось. Студія у нас не може не понравитись. Это я вам говорю чесно. Сьогодні у нас, точніше, у наших глядачів є можливість позайматися з тренером, тому я пропоную перейти до найцікавішої частини нашої прес-конференції. Да. Так, будь ласка, прошу вас на Конечно. Робочу поверхню, якщо можна так сказати. Так, мені краще стати, як?
Будь ласка, от на перед килимком, так. Так, любое начало нашей тренировки проходит с разминки. И мы сейчас это сами будем делать. Ручки на... Нормально? Угу. Мы делаем полукруг головы по нижней поверхности шеи. Раз, два, три, четыре. По задней поверхности шеи. Два, три, четыре. Отлично, потянулись. Правой ручкой. Молодцы. Теперь мы поворачиваем хорошо плечиками вперед. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Отлично. Делаем наклон. Право, влево. Еще три. Спинки ровные у нас. Четыре. Еще пять, шесть. Отлично. Подышали. Мы делаем теперь наклон. Вперед. Вниз, за ножки, встали. Опять повторюсь, когда мы делаем любое упражнение, у нас должна быть максимально ровная спина. Опять, для чего нам нужен тренер? Человек, который будет нас постоянно контролировать и поправлять. Вперед, вниз, за ножки, три. Еще раз, два, три, четыре. Отлично, немаловажно. Мы делаем прогибы, ручки на бочок, стану боком, чтобы все видели. На три счета уходим назад подбородочком. И раз, два, три, округлились. Еще раз, два, три, округлились. Таких делаем еще несколько раз. Уходим вниз в складочку. Опять-таки повторюсь, мы все делаем с ровной спинкой. Для этого в студии есть инвентарь. Кто изначально не дотягивается до пола, спину нужно держать ровно, не получается, мы сутулы уходим вниз. Для этого есть кубики, для этого есть. Вы хорошенько пружините вниз, главное, держим ровненькую спинку. Пружиним. Три, четыре, пять, шесть. Отлично, молодцы. Ножки ровненькие вместе. Пяточки мы не разваливаем. Не знаю, мне видно так хорошо, нет? Да, да, продолжайте. Да. Отлично. Теперь мы становимся на пятки, отрываем наши носочки. Раз, два, три, четыре. Отлично. И теперь поднимаемся на носки, отрываем пятки. Два, три, четыре. Отлично. Круглой спинкой поднимаемся, отдыхаем, дышим. Ну, а теперь самое главное, дабы еще больше разогреть наши ножки перед шпагатами, это наши любимые приседы. Мы сегодня будем приседать несколько раз буквально. Мы делаем это все, большое количество подходов. И раз, и поехали. Один. Тоже спинки ровные. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. И задержались на пять счетов. Пять, четыре, три, два, один. Уходим в пол. Тянемся к ровной правой ножке. В серединочку. Коленки затянуты. К левой ножке. В серединочку. И круглой спиночкой поднимаемся. Следующее упражнение, хочу прилечь, не знаю, будет мне слышно или нет. Вот, мы будем делать махи правой ноги к себе. Мы ложимся на спинку, левую ножку согнули в коленочки, поставили стопу, правая ножка, носок натянут, колено затянуто. Мы делаем 10 махов ногой к себе. И раз, и два, еще три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Словили ножку, коленочка затянута. Можете, ну, кто может, может дотронуться, вот под паточку взяться и на себя прям вот продавливаем, задерживаем. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И сгибаем, выравниваем правое колено. Раз, и два, и три, еще 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. И еще раз на себя. Натянули правую ножку, носок натянутый. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, молодцы. Отдохнули, поднимаемся и готовимся непосредственно к продольному правому шпагату. Так, стану вот так. Для этого нам необходимо взять подушку. Если у вас есть дома подушки, это тоже, чтобы не давило в коленки, это обязательный атрибут. В студии этого пруд-пруди, приходите, все покажу. Левое колено у нас становится на подушку.
вперед выталкиваем правую ножку, хороший глубокий выпад. Сзади ножка у нас на полупальце, может, в кроссовках не сильно видно. Пружиним ручки вовнутрь и пружиним. Затянута левая коленочка, пружиню вниз. И 10, спинка ровная, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, ручки по обе стороны. И выравниваем правое коленочко. Раз, исходное, 2. И 3, и еще 4, и 5, 6, 7, 8. И задержались на ровной правой ножке, спинка ровная. Можете взять кубик, тогда будет вам удобнее держать спину ровной. И задержимся. 5, 4, 3, 2, 1. Снова вышли в глубокий выпад. Сзади ножка на полупальце. Ручки в сторону. Сейчас будем в статике, немножко постоим. Затянули левое коленочко. Стали, ставим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Дышим. 3, 2, 1. Умнички, молодцы. А теперь приступим к нашему самому главному. Я пропоную трішечки прискоритись. У нас, на жаль, вибігає час, тому давайте. Саме головне, к чому стремляться всі... А девушки, это ради, ну, как бы шпагата. И этим мы всегда заканчиваем нашу тренировку. Продольными, поперечными шпагатами, вот, собственно говоря, вот. Приходите, я научилась, и вас научу. Такого же результата может достигнуть и наши глядачи. Что ж, я вам еще раз вдячна за пресс-конференцию. Это было дуже цікаво, дуже корисно. Я сподіваюся, всі почули необхідну та корисну для них інформацію. Сьогодні у нас була неймовірна просто тренерка з розтяжки Діана Бояр. Ми їй дуже вдячні ще раз за нашу пресс-конференцію. Сподіваюся, ви будете тепер розтягуватися, займатися. В студії Катерина Трушкіна. В нашій студії, соответственно. А ми підходимо, наша конференція добігає кінця. Мене звати Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте!